Макияж для женщины – это обязательный атрибут, но с возрастом акценты меняются. Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Лора Лайф. Сегодня интересное видео из серии Beauty Makeup 50+. Вы меня видите без косметики натуральную, и я буду преображать свою внешность, приводить в порядок. И это моя каждодневная рутина, когда я хочу придать немного красок своему лицу. Кому интересно, продолжайте смотреть. Начало макияжа – это всегда увлажнение лица. Сыворотку Люмине, активный бустер с витамином С, я применяю как основу под макияж, чтобы кожа напиталась витамином С и также выглядела здоровой. Далее я маскирую все пигментные пятна, прыщики, которые выделяются на лице, средством Исадора с зеленым оттенком. Именно зеленый оттенок убирает красноту. Переходим к общему выравниванию тона. Я использую крем Estee Lauder Day Wear. Цвет максимально приближенный к вашей коже. Ни в коем случае нельзя выбирать слишком светлые или темные крема. Тональный крем или тональная основа, которая выравнивает цвет нашего лица, после 45-50 лет должна быть максимально легкой, полупрозрачной. Для достижения эффекта лифтинга можно использовать также темные оттенки под основу на выступающей части нашего лица. Я использую Sensai с SPF фактором 6 и наношу его на скулы, переносицу, подбородок и на выступающей части лба. Вот при помощи такой кисточки в виде зубной щетки, это новый вид кисточек для макияжа, очень удобная. И затем растушевываю этот строубинг при помощи спонжа. Для пожилых женщин актуально в макияже не только создать ровный цвет, но и скрыть появившиеся недостатки. Морщинки, покраснения, сосудистые звездочки, желтизну, темные круги под глазами. Для этого существует чудо-средство консилер. Консилер наносится точечно. Вот сейчас я наношу именно консилер сверху на глаза, на веках и внизу тоже. Он накладывается консилером немного. И цель не закрасить недостатки, а сгладить их, чтобы они не привлекали внимания. Вот в уголках носа покраснение, под губой. Для макияжа после 50 подходят естественные оттенки, природные. Естественно, это не значит светлые. Приятные вишневые, терракотовые, шоколадные. Хорошо смотрятся, например, в любом возрасте. Стоит избегать также черного цвета. Он способен подчеркнуть недостатки и добавить несколько нежеланных лет. Заменить его можно темно-коричневым, графитовым, темно-зеленым, сливовым. Я, например, использую в оттенке сейчас тени от Naked, более естественные натуральные цвета, палитра которых от белого оттенка молочного до коричневого. Вот под бровь я нанесла светлый оттенок, и веки я выделяю более темным коричневым цветом при помощи ватных дисков, чтобы остатки теней не упали. Естественный румянец – признак здоровья и молодости, поэтому можно использовать немного румян. Но для этого нужно использовать совсем немного, с подтоном персика, розоватые, матовые тона. И опять же, очень тонким слоем. Нужно отказаться от перламутра. С возрастом перламутровые оттенки неприменимы в макияже. Карандаши использовать, как я уже сказала, лучше графитового оттенка, лилового, зеленого, коричневого. Но яркие черные контуры только придадут вам лишнего возраста. Тушь выбирается высокого качества, так как уже ресницы с возрастом становятся тонкими. Брошки лучше покупать готовы. С распушающим эффектом, чем удлиняющим. Брошки готовы. Последний штрих – это нанесение пудры при помощи большой кисточки, которая придаст бархатистость и уберет возможный лишний блеск.
Правильный выбор помады может визуально увеличить объем губ и красиво придать выразительность лицу. Откажитесь от ярких перламутровых оттенков. Ну вот, мой макияж готов. Кому было интересно мое преображение, ставьте лайки, комментируйте. Конечно, я не применяю такую яркую помаду каждый день, но я просто хотела показать, какой красивый тон у этой помады. Он такой летний малиновый. Это Lancôme 368 тон. Это моя последняя покупка. И кому идут красные помады, такие яркие. Вот я рекомендую, она открывается очень интересно нажатием сверху. Я готова. Остался только последний штрих. Нанести парфюм. А так как у нас лето на дворе, я предпочитаю легкие ароматы, летние ароматы. И в данном случае сегодня я буду использовать и носить аромат 2016 года. Бестселлер. Это Dolce & Gabbana Light Blue. Наносить нужно на пульсирующие места в своем теле. Небольшими пшиками на запястье. И вуаля. Ой. Что-то пульверизатор очень сильный. Я вас всех люблю. До свидания.